Центр технического творчества в Уральске набирает детей для занятий в кружках. Центр находится в здании Дворца школьников и относится к управлению образования Западно-Казанской области. Ребята, посещающие центр, занимаются в кружках авиа- и автомоделирования, робототехники и цифровых технологий. Подробности в материале наших корреспондентов. Областной центр технического творчества в Уральске действует еще с середины 20 века. Раньше он назывался станцией юных техников. В 2007 году был переименован в областной центр детского технического творчества. Здесь дети могли посещать кружки авто- и авиамоделирования и робототехники. Со временем материально-техническая база центра устарела и стала нуждаться в помощи. Сегодня центр спонсируется фондом ННФ, созданным по инициативе первого президента республики. Благодаря этому приобрели новое оборудование, улучшились условия занятий. Занятия в кружках проводятся на бесплатной основе. Все эти занятия, помимо того, что они формируют вот это умение решать проблемы, да, формируют нестандартное мышление у наших детей, формируют командную деятельность, они начинают четко разграничивать обязанности, да, вместе выполнять какие-то сложные очень проекты и так далее. Это все, конечно же, навыки критического мышления, аналитического такого, да, мышления. Самое главное, такие центры, как областной центр детского технического творчества, они возрождают вот это самое главное интерес у наших детей к инженерному образованию. Сегодня дети, обучающиеся в центре, могут приобрести навыки пилотирования дронов, создания современных роботов разного направления, авто- и авиамоделирования. При этом кружки ориентированы на развитие цифровых технологий. Занимаясь в кружках авиамоделирования, дети работают именно на практике. Они изготавливают не только модели самолетов, но и участвуют в процессе создания высокотехнологичных современных летательных аппаратов, дронов, которые используются сегодня во многих сферах. Действие таких кружков и в целом центров важно для развития детей, отмечают педагоги. Очень часто внешкольное образование закладывает основу будущей профессии ребенка. Марина Горбук, Азат Сарсикенов, Асылбек Абекенов. ТДК 42.